420 миллионов рублей из федерального бюджета дополнительно потребуется в 2021 году для увеличения социальных пенсий в Башкортостане. Всего на их индексацию в России пенсионным фондом предусмотрено почти 13 миллиардов рублей. Индексация затронет почти 4 миллиона человек в стране. Вот в Башкортостане пенсии в повышенном размере с 1 апреля получат более 98 тысяч человек. После ее увеличения на 3,5% средний размер выплаты составит 10 183 рубля. Напомню, социальную пенсию получат те, кто не набрал стаж для начисления страховой пенсии. Кроме того, выплата назначается при наличии инвалидности и при потере кормильца. Всего ежемесячно пенсионный фонд будет выделять Башкортостану более 1 миллиарда рублей.